Здравствуйте, ребята! У нас сегодня с вами последний итоговый обобщающий урок за этот учебный год. Давайте вспомним, что мы с вами проходили. У нас тема началась со структуры атома. Атом состоит из атомного ядра и электронной оболочки. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. У большинства атомов водорода ядро состоит из одного протона. Число протонов равно заряду ядра и порядковому номеру элемента в естественном ряду элементов и в периодической системе элементов. Сумма числа нейтронов, обозначаемого просто буквой n, и числа протонов z называются массовым числом и обозначается буковкой a. «А». Периодический закон. Периодический закон химических элементов открыт Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году. В современной формулировке он гласит так. Свойства химических элементов, а также формы и свойства образуемых ими простых веществ и соединений находятся в периодической зависимости от величины зарядов ядер их атомов. Периодическая система Периодическая система делится на 10 рядов, которые обозначаются арабскими цифрами. Каждый малый период состоит из одного ряда, каждый большой период – из двух рядов. Верхний ряд считается четным, а нижний – нечетным рядом. В четных рядах больших периодов четвертый, шестой, восьмой и десятый – расположены только металлы. И свойства элементов в ряду при продвижении слева направо изменяются незначительно. Химическая связь. Под химической связью понимают такое взаимодействие атомов, который связывает их в молекулы, ионы, радикалы и кристаллы. Преобразование химической связи могут участвовать неспаренные электроны атомов, спаренные электроны, расположенные на одной орбитали и свободной вакантной орбитали. Также можно вспомнить, что химическая связь бывает. Ковалентная, она в свою очередь делится на ковалентно-полярную и ковалентно-неполярную. Водородную, ионную, металлическую и донорно-акцепторную. Количество вещества. Моль ⁇ это количество вещества, содержащее столько структурных частиц, молекул, атомов или ионов, сколько атомов содержится в 12 граммах изотопа углерода. Закон Авогадра. В 1811 году Амидео Авогадра открыл закон, который гласит, в равных объемах различных газов, при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. Переходим к эквиваленту. Эквивалент означает равнозначный и обозначается буковкой Е. Причем, если вспомнить, эквивалент бывает эквивалент простых веществ и эквивалент сложных веществ. Соответственно, эквивалент простых веществ можно найти по формуле атомную массу, Разделить на валентность. А так как сложные вещества у нас делятся на оксиды основания кислоты и соли, соответственно, эквивалент тоже бывает четырех видов. Для эквивалента оксидов существует формула ⁇ малярную массу разделить V умножено на N. V ⁇ это валентность элемента n ⁇ число атомов элемента, образующего оксид. Если мы находим эквивалент гидроксидов, по формуле мы должны малярную массу разделить на число гидроксогрупп. Для того, чтобы найти эквивалент кислоты, у нас существует формула малярную массу разделить на количество водорода в данной кислоте. И для того, чтобы найти эквивалент соли, формула похожа с формулой оксидов. Мы малярную массу должны разделить на ВН, но здесь валентность имеется в виду металла, образующего соль, и N ⁇ число атомов в соли, которая имеет металл. Соответственно, переходим к дальнейшим правилам. Уравнение Менделеева-Клайперона находится по формуле PV равно nRT. П – давление, В – объем, Н – количество вещества, Р – газовая постоянная, которая равна 8,31, и Т – температура. Электролитическая диссоциация электролитическую диссоциацию открыл в 1887 году Сванте Арениус. Электролиты при расплавлении или растворении в воде распадаются на ионы. И здесь можно вспомнить, что ионы бывают положительно заряженные и отрицательно заряженные. Положительно заряженные называются катионы, отрицательно заряженные называются анионы. Переходим к гидролизу. Гидролиз – это образование слабого электролита из взаимодействия ионов, образующихся при растворении солей в воде. Гидролиз бывает. Первое. Гидролиз по катиону. Как он образуется? Гидролиз соли, образованный сильной кислотой и слабым основанием, называется гидролизом по катиону. В качестве примера у вас может служить хлорид аммония и хлорид магния. То есть хлор в данном случае у нас анион сильной кислоты, NH4 катион слабого основания. Второе правило. Гидролиз соли, образованный слабой кислотой и сильным основанием, называется гидролизом по аниону. В качестве примера CH3COO натрий, ацетат натрия, и калий-2SO3. Если рассматривать в данной формуле, у нас натрий – это сильный катион, и CH3COO – ацетат слабый анион. В калий 2 со 3 точно так же. Калий – сильный катион, SO3 – слабый анион. Третье правило. Гидроли соли, образованные слабой кислотой и слабым основанием. Называется гидролизом по катиону и по аниону. Также данное правило можно сказать, что это полный гидролиз. В качестве примера представлены CH3COO NH4, ацетат аммония. В данном случае у нас и катион NH4 слабый, и анион CH3COO слабый. И вторым примером может служить сульфид алюминия. И алюминий слабый катион и С – слабый анион. Четвертое правило. Соли, образованные с сильной кислотой и с сильным основанием, гидролизу не подвергаются. В качестве примера у нас представлены формулы нитрат калия и сульфат калия. То есть в данном случае и калий, и НО3 – сильный катион и анион. И во втором случае калий и сульфат – сильный катион и сильный а не он. Переходим к понятиям о растворах. Раствор ⁇ гомогенная система, одинаковые физические и химические свойства по всей поверхности, образованная в результате взаимодействия молекул растворителя и растворенного вещества. Скорость реакции. Вычисляем среднюю скорость реакции. Средняя скорость реакции. – это изменение концентрации реагентов или продуктов реакции на протяжении определенного времени. А для определения средней скорости реакции используют следующую формулу. В данном случае у вас представлена формула, где V – средняя скорость реакции, C1 – концентрация до начала реакции, C2 – концентрация после реакции, Т1 начальное время, Т2 конечное время. Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные реакции их также, также можно назвать ОВР. Это реакции, при протекании которых происходит изменение степени окисления химических элементов, входящих в состав реагентов. И последнее правило, которое мы с вами рассмотрим, это электролиз. Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс, протекающий в растворах или расплавах с участием электрического тока. На этом, ребят, я заканчиваю наш обобщающий урок. Я вам желаю успехов и продвижения во всех ваших начинаниях. До свидания!